Это мой дед Филипп Сергеевич Кострицкий. Он родился в 1922 году в селе Семеновка Киевской области на Украине. В 1942 году он окончил Белоцерковское военно-пехотное училище и сразу попал на фронт. Вот как раз эта фотография, это фотография военных лет, так он здесь молодой. Воевал на трех фронтах – Калининском, Первом Прибалтийском и Третьем Белорусском. Сначала командиром взвода, а уже в 43-м стал командиром роты. Для дедушки война закончилась в конце 44-го года. Уже когда шло освобождение Европы, он получил тяжелое осколочное ранение и попал в госпиталь. И дедушка всегда говорил, что именно это ранение спасло ему жизнь, потому что он никогда не верил, что выживет в этой страшной войне. Он не мог даже смотреть фильмы о войне. И когда я была маленькой, я спрашивала его: деда, а на войне было так же страшно, как показано в этих фильмах? И он говорил: нет. Было намного страшнее. После войны дедушку, как военного офицера, по распределению направили в Казань. Здесь он прожил всю жизнь. Здесь он тогда же, сразу после войны, женился на моей бабушке. У них родились двое детей, но, к сожалению, бабушка очень рано умерла, в возрасте 36 лет. Но дедушка так больше никогда и не женился и вырастил двоих детей – сына и дочь, мою маму. Он умер, когда ему было почти 80 лет. У него трое внуков и трое правнуков.